А у нас следующий бой весовой категории до 61,2 кг. Арпад Вас, Венгрия, и Андрей Кудрявцев, Union Box Promotion, Украина. Восьмираундовый рейтинговый поединок. Итак, в красный угол приглашается Арпад Вас, Венгрия. Рефери этого поединка Андрей Балясов. Судья из Украины Андрей Балясов. Ну, Арпад Вас, ему 24 года, рост 172 сантиметра. Родился в Будапеште, Венгрия. Вот, представляет промоутерскую команду Prof Sport Promotion. Чемпион Будапешта. Провел 38 боев. 28 одержал победу. На профессиональном ринге занимается только один год. Провел всего 7 боев профессиональных. 6 из них выиграл. 5 завершил нокаутом. Один проигрыш. Ничьи нет. Любимый удар у него – это апперкот. Хобби занятия любимое – мотокросс. Мечтает стать чемпионом мира, чемпионом Венгрии среди профессионалов. Вот в синий угол ринга приглашается боксер из Украины, представляющий Union Box Promotion. Андрей Кудрявцев. Ему 35 лет. На профессиональном ринге провел 35 лет. На профессиональном ринге он провел, сейчас мы скажем, Вас. Немножко техническая такая у нас. На профессиональном ринге провел 31 поединок. Я могу поправить. 46 боев, 37 побед. 46 боев, 37 побед, да. Да. Из них 16 нокаутов. В 9 поединках потерпел поражение. Ну, зная Руслана, это парень, конечно, настолько целеустремленный, настолько как бы с желанием. Вот. Я вот недавно посещал тренировки, настолько фанатично тренируется, настолько желание огромное. Вот. Так что посмотрим его. Недавно он выезжал в Бельгию, боксировал за звание чемпиона, уступил 10 раундам, 12 раундам бою уступил там по очкам боксеру. Но настолько был драматичный бой, что можно было победу объявлять в другую сторону. Но мы видим, что боксеры сразу приняли такой характер обоюдный. И Руслан, как говорится, видим то же самое. Андрей. Берет Андрей. Территориально старается завоевать свою территорию, то есть завоевать середину ринга, прижать противника к канатам и здесь находить открытые места, как говорится, партнера. Да, Андрей уже такой искушенный боксер. Уже за спиной у которого довольно-таки длинный послужной список. Это опытный боксер. Опытный боксер. Я думаю, что здесь. Ему количество проведенных боев 46 говорит само за себя, так что. Тем более, мы были не раз свидетелями его красивых побед. И того же боя с Мирандой, когда он здесь же в Дружбе. Да, боксировал очень хорошо. Боксировал. Это был признан бой года. Попал.
Мы видим тоже, что у венгерского боксера опускается передняя рука, этим можно воспользоваться. Я думаю, тренера подскажут во время перерыва. Вот видите. Да, на ногах неплохо двигается венгер, видно, что чувствует. Вот, опускается левая рука, здесь хороший кросс идет через руку. И, как мы видим, уже завоевали центр ринга. Боксер завоевал, стал хозяином, можно так сказать, поединка. Концовка раунда. Вот, получилось сказать, четкий боковой удар. Попадание передней руки. Ну, как бы разведка произошла, но разведка это была в пользу Андрея. Слышим, венгер провел 7 боев, одержал 6 побед, 5 из которых закончил досрочно нокаутом, потерпел одно поражение. Я думаю, что тактически Андрей уже как бы приспособился в первом раунде. Я думаю, сейчас подсказка тренера будет более уже тактически решать в этом раунде задачи. Сейчас посмотрим. Низко руки опускает венгер. Да, левая рука опускается. Вот видишь, опускается левая рука. Тут напрашивается хороший кросс через руку. Хорошо контролирует передней рукой Андрей. Поединок, вот поединка. Я думаю, он подготавливает вот кросс через правую. Все-таки подготавливает. Давайте сразу левое смотрим. Да, он такой методично подбирает ключи к сопернику. Вот здесь обрабатывают и корпус, и голову работают, как говорится, два этажа. Опа, вот, пожалуйста. Попадание с правой руки четко. Четко через руку подготовил. Просто почувствовал, что попал, и все, и завершает. Да. Здесь можно дорабатывать. Да. Вот это у них профессиональный подход. Уже не отпустит, да. Только почувствовал запах крови, все, сразу. Молодец. Не отпустил уже. Вот это и есть профессиональный подход. Попал, доработал, бок закончился. Молодец, Андрей. Да. Поздравляем его. Поздравляем, Андрей. Сразу видно, что у человека за плечами опыт, да? Да, большой опыт. Вышел, и оно видно сразу. Говоришь, да. Столько провести боев, столько опыта. Но мы видели, что боксер опускает венгерский через левую руку, что и было, как говорится, предрешающим в этом бою. Ну да, и у самого Андрея в действиях мало шелухи вот этой, мало, нет лишних движений вот этих. Уже целенаправленно
идет работа. Да, работа, и он преследует эту цель. Ну, конечно, со стороны видно. И все, одно четкое попадание решило исход поединка. Все, уже он не отпустил. Тем более, видите, как я говорил, когда происходит точное попадание, очень серьезное, все, боец находится в состоянии. Я думаю, за Андрея болели также, у него два сына, вот, супруга, они также болели, переживали. Поздравляем их с успешным выступлением Андрея. Да, поздравляем, Андрей. Техническим нокаутом. С уверенной победой. Одержал Андрей Кудрявцев. Молодец.